Зимой склоны Эльбруса кажутся безжизненными. Толстый слой льда и снега накрывает все вокруг. Чтобы выжить в этих краях, нужно обладать уникальной физической силой и несгибаемым духом. Все это и есть у карачаевской лошади. Испокон веков табуны карачаевской породы соперничали в резвости со здешними промозглыми ветрами. Да, в таких условиях, пожалуй, выживет только сильнейший. Но карачаевские лошади – коллективные животные. Косяк, а это жеребец-вожак, и 10-15 кобыл держатся все время вместе. Так и теплее, и безопаснее. Своими мощными копытами эти лошади разрывают снег в поисках пожухлой и почти безжизненной травы. Чтобы хоть как-то насытиться, лошади придется буквально перелопатить сотни квадратных метров снежных склонов. Красота и суровость здешних мест словно генетически отложилась в карачаевской лошади. Весна. Пора надежд, пробуждение природы и рождение жеребят. Еще не везде сошел снег, еще не всегда температуры выше нуля, а тонконогие стригунки появляются на свет. Заботливые мамаши накормят своих малышей питательным молоком, и те быстро наберутся сил и пойдут в рост. Карачаевцы очень любят лошадей. У них даже есть такая пословица: «Конь – это крылья мужчины». В долгих горных переходах всегда был нужен надежный и выносливый спутник. Не проблемой было преодолеть путь на таком коне до 100 километров в день. На выставке лошадей карачаевской породы собрались лучшие ее представители.
компетентное жюри оценивает экстерьер участников от головы до копыт. Также обращается внимание на характер животных. Эта лошадь не должна быть пассивной. Ведь неспроста лучшей характеристикой коня в здешних местах всегда была его горячесть. Вот и карачаевская лошадь такая. Горячая, сильная, работоспособная и неприхотливая. Под стать народу, который ее вывел. Лето. Начало большого перегона табунов на летние пастбища. Чем выше в горы, тем сочнее трава и меньше назойливых мух. На широких плато Эльбруса есть где развернуться. Табуны, разбитые на косяки, негласно делят участки и кормятся здесь до самой осени. Осень. Самая горячая пора для коневодов. Нужно отогнать лошадей на зимние пастбища без потери молодняка. Провести его бонитировку и таврение.
Своего рода знаком качества и подлинности породы является тавро из букв «К» и твердый знак. Коневоды-любители со всех уголков страны приезжают в Карачаево-Черкесию с целью приобрести хороших жеребчиков и кобылок. Кто-то приобретает уже взрослых особей для дальнейшего разведения или улучшения своего поголовья. Где бы ни оказалась карачаевская лошадь, на широкой равнине или горной круче, она никогда не подведет своего седока. На здешних благодатных землях всегда выращивали превосходных скакунов. И снова, как прежде, многочисленные табуны топотом своего ровного шага пробуждают все вокруг на радость людям и старцу Эльбрусу. Режиссер Магомед Кумыков.